Сегодня в Ульяновске повысили цены на некоторые маршруты. Довольны ли горожане, изменится ли качество перевозок? Спросим у них. Отрицательно. Во-первых, не круглое число, во-вторых, все-таки дороговато, 23. Отрицательно. Почему? Потому что я езжу на маршрутке частенько, каждый день практически. Качество, мне кажется, не улучшится, но то, что в плане зарплаты не прибавляют, и деньги опять из семейного бюджета идти, это факт. Я думаю, что на благоприятном скажется, не улучшится ничего, а только повышают цены. Вот и все. Ну, я, в принципе, на маршрутках почти не езжу, я на трамвае езжу. Вот. У меня там пока не повышают цены. Для потребителей, наверное, неблаготворно, а для маршрутчиков, наверное, какой-то смысл есть повышать. Не могу сказать. 38 они и так час ездили. Ну, как вы думаете, повышение цен для нас, это, конечно, плохо, но повышают все время. У нас тенденция одна. Тенденция у нас повышение, на все у нас повышают цены постоянно. Да я не думаю, что это приятная новость для жителей. Вот, ну, такое положение, что, как говорят, деваться некуда, надо повышать. Я вообще маршрутки не люблю. Я люблю на трамваях и пешком. Вот. А, ну, если когда необходимо, то, конечно, что их увеличивать? Зарплаты, наверное, не растут, я на пенсии, пенсии тоже. То есть, в принципе, отрицательно. Достаточно плохо, потому что чаще всего все пользуются транспортом как маршрутку, потому что трамвай, ну, не по всем путям ходит. Это достаточно будет затратно для многих людей, которые особенно ездят на работу на маршрутке. Я сегодня водителю пожелала долго терпения, потому что все ругались. А для себя думаю, ну, какие-то остановочки, буду ходить пешком. Итак, поэтому, ну, что мы поменяем? Не мы же принимаем решение. Мы можем поменять только свое отношение. Повышаются цены на бензин, поэтому повышаются цены и на маршрутки. И это никак не зависит от количества их, от качества. Мне кажется, будет только хуже. Потому что вот вы посмотрите на их качество, оно очень плохое. Знаете, я вообще приезжий из Питера, но у вас тут дармовые маршрутки, вы уж извините. Но для нас, питерцев, здесь за даром вы ездите. Я понимаю, что и зарплаты у вас другие. Они увеличивают цену для того, чтобы заменить свой автопарк. Наверное, это правильно. Отношусь отрицательно, как, наверное, все. К хорошему ничего это не приводит. Денег не хватает. Выходит на маршруты все меньше и меньше. Люди стоят дольше на остановках. Вот и все.